Привет, уважаемый ко... Я хочу... Что ты за... Я... Извини... Я... Я... Мне очень... Видимо... Он мучился? Я... Спасибо, что сообщил, бедный Афанасий. Это, ну, секретами мастерства я не... Спасибо. Я еще раз соболю... Это карма. Счастливого пути, друг! Раньше это было простое село, жителей так на тысячу. У них были семьи, была жизнь. И все это у них забрали, украли, растоптали, засыпали землей. Осталась только огромная братская могила. А как по-другому? Радионуклиды тут все заразили. Ликвидаторы жизнью рисковали, чтобы тут все деактивировать. Деактивировать, как официально звучит. Только вот не описывает ужас, который испытали люди. Мы на одни курсы по радиофизике в Ленинграде ходили. Ты знаешь, о чем я? Конечно, знаю. Но ты подумай вот о чем. Как быстро можно похоронить чье-то прошлое, чью-то жизнь. Все перекрутить, и словно бы их и не было. Тебя это не пугает? Меня много что сейчас пугает, любимая. Но старые дома, испорченные мебели... Сгнившие простыни точно не наверху списка. Ты что, издеваешься? Мало ты боишься, скажу я тебе. Мало.
построена в честь 50-летия Великой Октябрьской революции. Я с одной женщиной в библиотеке познакомилась. С Леной. Она воспитательницей была в садике. Она только и думала, что о малышах. Растить их было для нее и работой, и призванием. Ты не задумывался, каково пришлось детям зоны? Эвакуация, лучевая болезнь. Для малышей особенно опасен йод-131. Щитовидка впитывает его, как губка. Я не об этом. Все ведь считали, что дети в безопасности. Партия говорила, что нет ничего важнее детей. Что они важнее мирного атома, гонки вооружений с Западом, медалей, орденов, парадов на Красной площади. А той ночью весь мир обрушился на детей. Хотя они даже не успели его толком узнать. Иногда мне кажется, что души этих детей так отсюда и не ушли. Что они в куклах. Смотрят и ждут. Чепуха какая. Спокойно, Игорь. Я еще не закончила. Я, Игорь Хименюк, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю горячо любить свою родину,
жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин. Как учит коммунистическая партия свято соблюдать законы пионерии Советского Союза. Очень смешно. Пионерский лагерь. Столько воспоминаний, да? Ты наверняка был образцом для подражания. Красный галстук до сих пор хранишь? Я не помню. Никогда не любил государственные организации. И вообще, я был довольно замкнутым, вроде бы. Одиночка. Возможно, именно это тебе и нужно было. В каком смысле? Может, нам не стоило быть вместе, Игорь? Иногда я думаю, что было бы, если бы мы успели родить ребенка в этом идиотском мире. Не говори так. Мы о нем мечтали. Такие мечты опасны. Они как неустойчивые элементы. Если что-то может сгореть дотла, оно сгорит. Одной искры хватит. Thank you.